Я бросил пить, ну, вообще. То есть вообще. Почему? Лучше не знать на самом деле. Прошлым летом моим единственным ритуалом было ходить по утрам в ближайший маркет за пивасом. Живу я в спальном быдло районе. И у меня был один друг. Ну, мы дружили нормально в школе еще. А потом как-то не сошлись интересами, и Люха, ввиду давления медиамасс, стал вести себя как в бригаде. Ну, а я ушел учиться дальше. Ну, пусть не сложилось, да не суть. Потом Илюха сел на герыч и скатился в сраное говно. Некоторые люди пробовали героин чисто из интереса. Один раз и все. Ему не повезло. У него был второй раз. К тому времени, прошлое лето, он уже безвозвратно был потерян для общества. Он страдал от жутких ломок, по его словам. Мы иногда раз в неделю пересекались для галочки, а потом и вовсе случайно. Я знал, что Илья в свое упоротое время проводил в компании своего нового героинового друга по фамилии Мылин. Ну или как-то так, Мылин. Он вышел из тюрьмы тогда. Мне представил его Илюха при одной нашей такой случайной типа встречи. И тогда-то я решил, что мне с ним больше общаться вот не надо. Итак, история. Лучше бы это был пиздеж. Я стал часто встречать Мылина или Мыло в этих своих утренних походах за пивом. В первые разы он жутко меня напрягал. Я высирал кирпичи от одного его вида. Беззубый рот, пустые глаза. На вид ему лет 45, хотя ему чуть больше 30-ки, но героин же, да? Пару раз я покупал ему пиво чисто из жалости, но, наверное, он сказал, что я молодец, что я не на системе, мне было похуй. С Ильей к тому времени мы уже по большей части общались только по телефону. Но все новости, почти все новости о нем рассказывал Мыло. Короче, встречаю я его в очередное летнее утро, уже идя с пивом обратно домой. А он еще более потерян, чем обычно. Я спрашиваю, ну типа для галочки, как дела? А он отвечает, нормально, и т.п. Там идем дальше. Я поворачиваю в сторону дома, мы прощаемся. Мылин просит передать Илье при встрече, что он сегодня его вечером уже ждет. Видимо, чтобы вмазаться, но я тогда так подумал. Подходя к подъезду, вижу бухающего Илюху. Нехотя подхожу, ну чтобы передать от Мыла слова. Сука даже не тянет мне руку, он в мясо, он в синий, вообще в говно. Говорю, что встретил Мыло, а тот ждет его типа вечером. Ну, в общем, собираюсь идти в подъезд. А Илюха мне и говорит, что Мылин сдох от передоза за 3 дня до этого.